Ему гвозди забили в глаза, что ли? Шикарная картина Репина. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Викинг. И у нас продолжение игры «Кочевник пустыни». Вот такая у нас красота тут пустынная. Вот плот наш такой, он паровоз дымит вовсю. Реально паровоз. Так, у нас по плану было в прошлой части мы вот этот городок облутали весь. Сейчас я хочу... Вот там большой город в каньоне, туда. Выдвинься туда, облутать его. Так, ну надо, как всегда, потихонечку, потому что монстр за нами еще охотится. Так, сделал я две отмычки. Еды у нас с собой взял в достатке, воды, еды. Вот все, все хорошо, все прекрасно. Идем, кайфуем, под солнышком загораем. Шакалы орут. Надеюсь, получится людей посвящать, может, потому что он же... Его задача как бы найти людей. Так что, может, нам повезет. Что-то интересное, что-то особенное. Так, ну да, какой-то городок был расположен. Так, что, скелетик такой красивый. Тут тоже так красивенько все. Так, мне главное, я забываю смотреть на этот вечный, как его, датчик опасности-то. Так, спальники пустые. Никого нету в спальниках, никто не спрятался. Так, здесь у нас ящики, я вижу, наблюдаю. Так, то мне радар ничего не показывает. Так. Прыгнуть. Так, сейчас эту... Так, не, кустарники, сейчас эти кактусы не будем собирать. Будем лутать все серьезное. Потому что нам всего надо, мне нужно набрать 11 уровень, чтобы... Так, что там, гриль сделать? И надо будет сделать лук. Очень хочу сделать лук я. Так. Что-то еще вкусного. Так, что-то вижу, да, что-то вижу. Так, здесь что за письменный стол тут у нас? Так. Деревяшка. Ну, капец, надо деревяшку в ящик-то спрятать-то. Изверги. Так, тут вроде ничего. На радар вроде ничего больше не показывает. Идем в город. Так, только аккуратно, только чтобы этот за нами не бегал потом по пятам. Давай копьешко возьмем. Так, мне больше интересно то, что потом лук сделать там, что там, ружье, копье там металлическое, потому что у нас как деревянное сейчас идет. Там металлическое копье, очень много там такого разнообразия, интересно. Очень интересно. Так, тут явно городок побольше вроде, да? Так, на радары смотрим. Ну, по радарам тут вроде не очень много показывает. Ну, обязательно все облутаем. Обязательно. Потому что многое всего нужно. Нужны и гвозди, и клепки для одежды, всякой этой шляпы. Так, надеюсь, змей будет поменьше. Не буду, надеюсь... Доставлять неприятности. Так, металл. Но он уже сидит, гадюка, блин, а? Чтоб ты сдохла. Копьем плохо мне вот ее, да? Не шинкануть никак. Вот это, кстати, портит настроение. Так, лепки металла очень хорошо. Так, я могу в дом по-другому-то зайти? Или что, или нет? Потому что там вкус... А подожди, а там есть вкусняшки-то? Я не вижу. Не вижу вкусняшек на радаре там. Так, здесь на радаре тоже не вижу. Да, что-то есть, что-то есть. И оно вот где-то здесь. Так. Блин, что-то есть там. Придется как-то через змеюку пробираться. Так, ну тут кактус. Кактус нам не надо.
Так. Могу я запрыгнуться? Могу. А, отлично. Так. Раму. Эх, раму не поломать, да? Так, тут два ящика должно быть, как на радаре показано. Так. Мимо тебя куда? Наверх мне бежать или куда? Давай наверх побегу. А, блин! А! Собака, а! Я чуть не обделался, блин, у меня же передернуло все. Блин, ужалило, что ли? Достало, да, как-то. Вот как они достают? Через этажи еще достают? Или просто с запозданием, наверное. Так, давайте комнатки осмотрим тут. Где что? Блин, да, что-то у меня... Походу, или достают, или... Или яд с запозданием действует. Так, ну здесь ничего не показывает. Так. Так, уровень опасности. Давай-ка убирайся. Так, ну у меня, так понимаю, еда подлечивает. Еда подлечивает. Это уже хорошо. Блин, ё-моё, тут еще скелет у нас сидит. Гвозди забили в глаза, что ли? Шикарная картина Репина. Приплыли. Копье. Вот чего не сделать было, чтобы я собирал так? Слишком просто было бы, да? Блин, ничего нету, что ли? Реально ничего нет. Эти гадюки меня жалят. Так. У меня, походу, яд, да? Яд действует. Так, значит, где-то наверху, да, сундуки? Здесь, за этой коброй, значит. Так, что, попробовать убить ее нафиг? А у меня нижняя будет жалить тоже. Ну, давай, прицелься. Отлично. Вот и убили мы ее. Гадину. Отлично, хоть металла дала. Хоть не просто так. Так, сундучок. Отлично, чемодан, саквояж или как он, комод. Так, давай-ка попробуем взломать. Что-то такое у нас. Ух ты, я все могу забрать? Да вы что, серьезно, что ли? Офигеть. Ничего себе. У меня и бита. И ткань. Что еще? Клепки. 5 клепок. Металла. Ё-моё. Да вы что, братцы? Я, блин. О, я теперь эти отмычки буду делать. Так, у меня сапоги сильно попортили. Твари эти. Так, бита. Слушайте, у меня бита вообще урона несет, что ли? Жестко. Очень жестко несет урона. Походу, да, бита, походу, жесткая штука. Да, надо будет делать отмычки. Слушайте, это что-то. Так, блин, эта гадина лежит. Я уже очканул. Так, это сейчас снизу будет меня доставать. Точно будет доставать. Комод, наверное, сейчас тоже с отмычки, да? Отлично. Так, еще одна отмычка и сапоги. Отлично. Так, у меня места чуть не хватило. Что я выкину? Паклю выкину. Самые дешевые сапоги я заберу. У меня даже места не хватило, ничего себе. Ну, это радует, это очень радует. Слушайте. Так, сейчас, наверное, мимо лучше пробежать, да? Нафиг там. Цапнуло, не цапнуло. Не заметил я. Ну, вообще сказочно. Сапоги у меня умирают как раз. И у меня тут почти будут новые сапожки. Так, характеристики только не показано как-то вот. Так, у меня тот дальний дом, да? Надо посмотреть. Так, этот сундук я облутал. Так, ну иди сюда. Блин.
Я так понял, проблемно попасть еще. А, все, два удара и все. Два удара, 8 дыр, да, или как-то? Сапоги у меня уничтожились, да? Ну, вот у меня есть запасные. Че? Так, вот это что у меня? А, в обход? В обход. Отлично, в обход, так в обход. Так, ничего, ничего, ничего. Вот это то, что в доме слышит, тоже монстр-то. Вот нафиг он слышит это. Так, что, вообще пусто все, что ли? Ну да, у меня радар-то ничего не показывал. Ну, ё-моё. Зря время потратил. Блин, не застрять бы, а? Не, не застрял. Хорошо. Думаю, сейчас в текстуре-то как засяду. Так, давай там отхиливайся. Зона опасности. Так. Здоровится-то мне змеи, конечно. Ну, убито сразу два удара. А как с пистолетом-то вообще будет с одного раза? Так, залез, надо посмотреть. Надеюсь, я не упаду оттуда. Очень высоко. Боюсь, я сдохну сразу. Ничего нету. Так, а как спуститься? Давай спускаться, а? Блин, как спуститься-то? Да вообще, вы что, серьезно, что ли? Нормально спуститься я не могу? Блин. Да, нормально спускаться, это проблематично тут получается. Так, вот у меня еще два домика, да? Так, давайте, наверное, здесь по этому райончику сзади пройдусь, посмотрю. Вот в таком варианте, чтобы потом там идти уже. Так, кактус мне не надо. Кактус нам не надо. Так, здесь что у нас? Просто крылечко. Просто... О, сундучок, сундучок, отлично. Так, у меня еще одна отмычка даже еще осталась. Клепки, клепки нужны очень. Металл очень нужен. Так. Наверх я не полезу больше, хватит. На вышку эту. Блин, я... профуфлонил зону опасности-то. На меня теперь этот... блин, вообще... профуфлонил, теперь надо аккуратно вообще ходить. Так, теперь надо вообще аккуратно ходить. Так. Я забираю. Забрал? Вроде забрал, да? Забрал, отлично. Линзы. Линзы я еще не знаю куда. Но клепки, металл, это все я знаю очень хорошо куда. Так, кстати, мне лутать, лутать. На придется второй раз, наверное, бегать все-таки. Боюсь, за раз я не вытащу все. Так. В доме два сундука, да? Или так кактус показывает? Так, вот сундук. Отлично. Так, вода, уголек. Все хорошо. И второй сундук тут еще. Ага, почти как у меня. Так, сейф моргает или не моргает, или так просто он дуркует. Так, что мне? Ну, блин, дерево, да, самое ненужное. Так, это мне нужно явно. Так, не, сейф не моргает. Сейф это отражение у него. Отражение. Так, наверное, я постою, подожду, чтобы красная отошла. Потом вырежу этот момент. Или она не отходит? А, здесь она не отходит, на плоту она отходит. На плоту-то отпускает эта ерунда красная. Да, что-то я провафланил-то. Конкретно. Конкретно провафланил. Теперь по 5 шагов придется делать. Так, здесь два сундука показывает.
Бочку вижу. Отлично. Так. Блин, мне гвозди нужны. Ё-моё, ты чё? Алло. Паклю убираем тогда. Берем гвозди. Гвозди мне нужны. Десяток гвоздей мне надо. Так. А, вода, пакля. Ладно, пакля пускай валяется. Пакля пускай валяется. Да, у меня еще домов. Раз, два, три. Еще четыре больших дома. Так что придется бежать. Сбегать до это самое. Так, здесь сидит, да, гадина? Сидит, гадина. Так, придется сбегать, наверное. Так, сколько у меня чего там? Так, лёпки влазят, гвозди влазят. Так, так, так. Но если что-то вкусное будет, то уже не влезет, да? Здесь у меня много всякого вкусности. Придется змею убивать. Ну, давайте еще будем убивать ее. Давай, второй раз. Лови. Отлично. Два удара. Отлично. Так, что-то я не все забрал, что ли, да? А, все забрал у нее. У нее все забрал. Труп змеи. Труп змеи. Так, давайте подточим. Подточим. Подпьем, подточим. Так. Сапоги. Ё-моё. Чё мне выкидывать? Доска-то? Доска. Доска тоже ценная это. Доска тоже ценная. Топор выкину. Топор-то я пофигу могу сделать. Как бы не проблема. Пять камней, да. Все в порядке. Так. Камни, пакли. Ну, блин, а. Ребятушки. Котятушки. Так. Еще и зелье зеленое. Ну, блин. Да. Побегу я сейчас до шарика своего. Столько добра, добра нельзя пропадать. А мне еще дома лутать. А мне еще лутать дома. Так, пойду я сбегаю до шарика. 200 шагов-то ерунда. Так, ну что, побежали в следующий дом. Будем смотреть, что тут у нас вкусного. Так, давай. Все вкусно, все вкусно, все заберем. Нам все надо. Где птицы орут и орут. Блин, да ё-моё, а. Слушай, что я так шарахаюсь тебя? Ты реально меня пугаешь. Так, так, опасность, опасность. Опасность, опасность. Сейчас попробуем с той стороны зайти, может. Без боя обойди. А, тут разрушено. Блин, придется входить. Придется входить. Придется. Сейчас ее расколбашу на колбасу. Это. Как раз в кишку забью ее. Ну что у меня там? Картошка, перчики, морковка. Что у меня там есть? Сделаю овощную колбасу. Раз. Один удар.
Фу! Ё-моё! Фу! Какая-то слабая какая-то попалась. А тут пусто, да? Я прошел в пустой домик. А кто еще шипит-то? Так, а наверх я? Наверх. А кто шипит? Наверх я не могу подняться. А, вон у меня. Да, отсюда мне подниматься наверх. Вот она, гадина, а. На. Так, что, не попадаю? А так, попал. Паршивая гадина. Вот, хоть что-то дала. И то хорошо. Но все равно здесь пустовато. Пустоватенький дом. Очень пустоватенький дом. Так, что мне? Покушать надо, да? Может, что-то подлечит меня это? Немного. Так, уходим. Пустой домик был. Ну ладно, на змей поохотился зато. Тоже нормально. Так, там у меня ничего нет, на радаре ничего не показывает. Вот там показывает точка. Точка там есть какая-то у меня. Так, тут... А что, тоже заваленный дом? Тоже с тыла заходить будем. Давай, давай, зайдем. Так, давай, давай, быстрее отгружайся. А, он вообще заколоченный. Он вообще заколоченный. Так, где ты рычишь-то? Ага, вижу. Все. Сейчас я приду к тебе. Сейчас, сейчас иду к тебе, иду. Сейчас тебя расколбашу на колбаску. Так, два домика у меня осталось, да? Тут вроде ничего, ничего не показывает. Так. Так, тут один сундук показывает. Так, вход у нас один. Через эту, да? Под колодину. Сразу. О, вообще сказочно. Да, бита, слушай, буду такие биты делать. Нормально, нормально, бита огонь. Бита огонь. Огонь, 12 урона несет, нормально. Так, что тут у нас? Где? Сверкала же. А, вот бочка. Так, ну, что-то шушура всякая пошла. Они поняли, что я уже все хорошее унес? А вот у тебя есть что-нибудь тут? А, давай, я тоже мочкану. Вот. Фиксимо. Раз успела укусить. Но тут ничего. Тут ничего нету, да? Тут вроде ничего нету. Там что-то показывает. Но это в соседнем доме. Здесь у нас пусто. Пусто, пустенько. Ну ладно тогда. Фиг с вами. Бочку эту я забрал. Так, это наш в соседнем доме. Сидит уже, а? Паршивка. Да на, да. Почему сразу не могу ударить, а? Обязательно пять раз мимо промахнуться. Ух ты. Чё ты меня так нахлобучило-то немножко. Так, здесь, блин, еще одна сидит, а? Ладно. Чего мне открывать-то все? Хорош открывать-то все. А вот, все. Все? Нет? Блин. Тварь-то такая. Все, все, сдохни. Так, тут у нас вроде как три сундучка показывает. Так, сейчас подлечим тебя, потерпи. Так, здесь у нас отмычка пойдет, походу. Да, отлично. Че вкусного? Слушай, что тут вообще такое? Что это такое? Я даже не знаю. Не знаю, что такое. Ну, короче, все вообще жирно, все хорошо. Так, что мне что мешает, что мешает? Ну, давай. Так, что? Что? Ну, паклю, наверное, да? А, морковку я могу съесть. Морковку я могу съесть. Так, используем. И одну, и вторую. Отлично.
Так, это... Блин, он закроется, наверное. А, не, не закрылся. Хорошо. Так. Морковочку мы подъели. Не знаю, подлечился он, не подлечился. За морковочку. Но тут больше у нас... А, там сзади что-то. Ну, возможно, это кактус какой-нибудь. А так тут больше... Так, ничего нету, пусенька, что ли? Ой, ё-моё, сейчас обойду с той стороны, гляну, может, там что еще вкусное. Погребок. Закрыт погребок. Так. А что ты показывала-то? А вон, а, у меня еще этот дом еще показывает. Вон. Ого. А тут она кактус показывала. Вот у меня две точки еще. Отлично. А я вроде заходил с вами. Мне кажется, я заходил. Так, давай посмотрим. Пусто, но да. Или я что-то не добрал тут. Что у меня две точки? Сейф то точно может показывать. А. Ну, сейф, он как будто моргает, а. Как будто и нет. Но он не берет у меня сейф. Так. Вот это я навожу, да, вот он как бы берет. Сейф у меня ничего не берет. Так, надо выходить, смотреть опять точки. Как бы оставлять я ничего не хочу. Никому не... А, на улице. Так, здесь что-то у меня. И там еще. Там. Куда оно показывает? А, ох ты, спряталась-то. Боченька. А, ну камушек-то, блин. Могли бы себе стать камушки. Здесь я, видимо, тоже что-то не добрал. А, добрал все. Видимо, глюк какой-то. Чё он так моргает? Показывает точку. Ну вот, 14 шагов. Так, так, так. 9. Ну не поленится, не поленится. 6. Значит, в доме что-то или на доме. На крыше. Так, ну что-то есть там. Интересно. Сейчас попробуем определить, где это, что это. Так. Блин, наверху точно, наверное, вон на крышу спуск идет. Наверное, да. 6, 5, 4. Значит, да. Блин, попробовать залезть, что ли? А, боюсь, я потом слезть не смогу и разобьюсь. Ну, давай залезем, что ж поделать. Так. Ну и ничего тут нету. Капец, подстава, подстав. Блин, не понимаю, что так, сейф тогда, что ли, глючный какой-то. Так, вот как мне спуститься, я теперь точно разобьюсь. Что тут пониже есть, куда? На дрова? Блин. Сейчас я буду разбиваться. Ой, пожелайте мне удачи. Ух ты, прям пол жизни. Зашибись. Пол жизни прям. Сходу. Так. И то я хочу посмотреть, что зайти. Сейф тогда, возможно. Возможно, сейф. Так, здесь у меня ничего же нет.
Здесь ничего не показано. Здесь я забрал. Так, в соседнего же ничего нету, ничего. Правда, сейф глючный какой-то, что ли. У меня не забрать его никак. Ладно, фиксим. Че, возвращаюсь-то обратно на свою базу. Так, поживились мы очень-очень даже хорошо. Так. И вот следующее видео я хочу проверить вот такую погремушку на монстра, который за мной охотится все. А, консервы надо будет искать. Консервы это только в городах или в лотерее выпадет. Но это ладно. Так, ну мне вот надо будет копье сделать. С 13 уровня, с 14 лук сделать. И тогда можно бесшумно, смертоносно убивать уже этих змей. Так, на 17 уровне у нас потом будет вот револьвер. Такой четкий. И винчестер. Как бы так, очень-очень даже мило и весело. Так, ну это будет уже в следующей серии. И на сегодня мы-то прощаемся с вами. Спасибо, что были со мной. Всем пока.